Международной академической школе Одесса прошли первые новогодние утренники для детей. Для образовательного учреждения это важное событие. А потому школьники долго готовились к этому дню. Ученики демонстрировали на празднике все свои таланты. Пели, танцевали и читали стихи. Традиционно вместе с Дедом Морозом зажгли новогоднюю елку и получили желанные подарки. Подробнее о праздничной атмосфере в сюжете моих коллег. Праздники уже близко, а это значит, что наступило время новогодних утренников для детей. В Международной академической школе Одесса прошли первые детские торжества для всех учеников образовательного комплекса. Песни, танцы, конкурсы, которые подготовили ребята, и, разумеется, традиционные сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Из-за карантинных ограничений утренник проходил без гостей и родителей. Директор школы говорит, хотя праздник и планировали провести по-другому, но создать детям ощущение чуда они смогли даже в таком формате. Мы сегодня провели утренник для наших детей. Постарались, чтобы это было празднично, чтобы это было торжественно, чтобы дети почувствовали, что чудеса происходят здесь и сейчас. По-моему, всем очень понравилось. Самое главное, понравилось нашим детям. И тем более, они сегодня получили очень вкусные сладкие подарки, которые нам предоставил Сергей Васильевич Кивалов, президент нашей школы. Утренник – это всегда прекрасная возможность для деток продемонстрировать все свои таланты. Ученики с удовольствием читали стихи, пели песни и танцевали. Классный руководитель первого класса рассказывает, что любимым занятием ее воспитанников также стало украшать кабинеты к зимним праздникам. Даже несмотря на то, что родители не смогли присутствовать на мероприятии лично, они все равно смогут оценить старания своих детей на видеозаписи. Украшали класс, репетировали, учили стишки, учили песню в классе, учили дома. Очень постарались, все большие молодцы, подготовились. У нас такие костюмы, у нас все так празднично, нарядно, ярко. К сожалению, у нас нет сегодня с нами наших родителей, которые могли бы это все увидеть своими глазами из-за карантинных мер. Но у нас есть запись, мы надеемся, что они все обязательно увидят и порадуются вместе с нами. Мы готовили в классе песни там разные. Покупали с мамой наряды очень долго. Подружками вызывали в школе на уроки, когда надо было танцевать, когда приходило время. Мы пошли сюда и танцевали, репетировали, а потом уже нас возвращали в класс. Мы встретили Деда Мороза и Снегурочку, Бабу Ягу, и мы играли. Очень хорошо. Учителя и работники школы также тщательно готовились к выступлению перед школьниками. Подарить зимнюю сказку на первый взгляд легко, но за полуторачасовой программой часы репетиций. Силы и время потрачены не зря. Желаемый результат – улыбки первых учеников Международной академической школы Одесса достигнут. Международная академическая школа Одесса действительно тщательно готовилась к этому празднику. Мы все очень переживали, очень долго готовились. Администрация Международной академической школы Одесса поздравляет всех одесситов с наступающими праздниками и желает, чтобы 2021 год принес еще больше приятных впечатлений и воспоминаний. Поздравляем всех с Новым годом, желаем ярких эмоций, ярких впечатлений, всего самого доброго и в первую очередь, конечно, крепкого здоровья. С Новым годом!